Всем привет! Сегодня я подготовил для вас 15 наиболее востребованных у покупателей фонарей, которые отличаются низкими ценами и достойными характеристиками. Надеюсь, ролик будет для вас полезным. Приятного просмотра! Налобник с четырьмя LED-элементами, суммарный световой поток которых составляет до 30 тысяч люмен. Для питания прибора применяются сразу две ячейки 18650, которые входят в стандартный набор. Батарейный блок располагается сзади и оборудован красным светодиодом, который можно использовать в качестве дополнительной меры безопасности при передвижении в ночное время вдоль дорог. Устройством поддерживается 7 режимов работы, включая аварийный. Защита фонарика от влаги соответствует уровню IPX6. Фонарик на козырек кепки. К налобникам этот компактный фонарик можно отнести лишь условно, поскольку он оборудован зажимом, который предназначен для крепления на козырек кепок. Источником света здесь являются три светодиода со световым потоком 45 люмен. В качестве элементов питания используются батарейки формата SR2030, которых хватает на 5 часов непрерывной работы. Угол наклона такого фонарика можно легко отрегулировать. Размеры накепника очень невелики. Перезаряжаемый налобник Mini Gray относится к числу моделей, оборудованных зарядным портом microUSB, что позволяет пополнять заряд установленного внутри элемента 18650 без извлечения его из корпуса. Световой поток приспособления составляет 410 люмен. Для этого здесь используется комбинация из одного мощного коп-элемента и вспомогательного светодиода. Максимальная дистанция освещения 50 метров. Для оптимизации энергопотребления суммарно доступно 9 режимов. Корпус фонарика обладает базовой защитой от брызг. Налобная фара TR Life. Благодаря невероятной яркости этого налобника, который состоит из 5 светодиодных элементов, его следовало бы назвать налобной фарой. Световой поток этого осветительного прибора составляет до 40 тысяч люмен. Для питания монстра используется сразу два элемента 18650. Угол наклона светового блока можно изменять в пределах до 90 градусов. Уровень защиты корпуса от попадания влаги соответствует уровню IPX6. Устройством поддерживается 4 режима работы. Фонарик на коп-элементе. Вместо привычного светодиода в этом бюджетном фонарике установлен коп-элемент, который может использоваться в трех режимах работы. Батарейный блок для трех элементов 3А объединен здесь со световым и может наклоняться в пределах до 90 градусов. Для крепления на голову применяется регулируемый по длине ремень. Использовать фонарик можно для перемещения по базовому лагерю во время рыбалки, а также для домашнего ремонта и в гараже. Налобник для велосипедистов оборудован тремя светодиодами, генерирующими световой поток до 13 тысяч люмен. Фонарик удобно использовать для ночных велопоездок, а также в туризме и во время рыбалки. Батарейный блок, вынесенный на затылок, предназначен для установки двух элементов 18650. Заряжать их можно, не вынимая из корпуса. Для точного позиционирования луча осветительная головка может наклоняться в пределах 90 градусов. Центральный осветительный элемент поддерживает функцию зума. Рыбацкий налобник. Угол наклона осветительного блока в этом налобнике можно менять в пределах 70 градусов, что очень удобно во время рыбалки, ремонта автомобиля и ночных поездок на велосипеде. В самом мощном режиме он способен освещать объекты на удалении до 50 метров. Литиевый источник питания на 1000 мАч является встроенным, а его емкости хватает на 12 часов работы. Для включения фонаря и переключения режимов в нем предусмотрена единственная кнопка. Приспособление способно работать при температуре от минус 10 до 45 градусов. Мощный фонарик Буруид построен на базе светодиода XML-L2 и обладает мощным световым потоком, который можно регулировать, переключаясь между тремя режимами. Приспособление может выполнять как роль налобника, так и крепиться к одежде при помощи встроенной клипсы. Корпус приспособления защищен по стандарту IPX4. В качестве источника питания используется элемент 18650, заряда которого хватает до 8 часов работы. Корпус фонаря изготовлен из алюминиевого сплава. Сверхяркий налобный фонарь. Наличие у этого налобника большого отражателя делает его похожим на фару. Источником света здесь является светодиод Cree-L2, способный посылать луч на внушительное расстояние до 1000 метров. Для питания устройства используется выделенный блок, в который помещается сразу 6 элементов 18650. Такое количество аккумуляторов обеспечивает до 15 часов работы в максимальном режиме.
Изделие защищено от проникновения влаги, а поэтому хорошо подходит для охоты и рыбалки. Налобник с регулируемым углом наклона. Как и в других моделях, головка этого фонаря является регулируемой и позволяет менять угол в пределах 120 градусов. В качестве осветительного элемента здесь используется мощный КОП-светодиод, для питания которого применяется три ячейки 18650. Блок батареи располагается сзади. Фонарик поддерживает три режима работы, включая вспышки синего цвета. Для изготовления частей фонаря был использован алюминиевый сплав в сочетании с ПВХ. Т-образный налобный фонарик Япарт работает на светодиоде XML2, свет от которого рассеивается при помощи алюминиевого отражателя. Максимальный световой поток такого приспособления составляет до 1200 люмен. Для его регулирования предусмотрено два режима. Для их смены, а также для включения и отключения устройства используется единственная кнопка. Корпус фонарика изготовлен из алюминия. Внутрь его помещается единственный элемент 18650. Ремешок для крепления на голову является отсоединяемым. Универсальный налобник Skillhunt H03 – самый дорогой налобник из этой подборки, и он же самый продвинутый в техническом плане, отличается высоким качеством изготовления, мощным светодиодом на 1000 люмен, водонепроницаемым корпусом, наличием множества режимов и подрежимов работы, а также поддержкой аккумуляторов 18650. Осветительный прибор выпускается в трех различных модификациях, которые позволяют получить как узкий пучок света для поездок на велосипеде, так и широкое пятно для обустройства кемпинга. Конструкция фонаря позволяет использовать его отдельно от головного крепления. Тройной налобник от Buruid. Почему в налобнике должен быть всего один источник света? Не лучше ли будет, если их окажется сразу три? В этом фонаре эта идея реализована по полной мере. В совокупности три установленных в нем светодиода способны выдавать до 12 000 люмен, а питают этот прожектор сразу два элемента 18650, которые устанавливаются в батарейный блок, располагаемый на затылке. В комплекте также имеется специальный адаптер для его подзарядки от электросети. Осветительный блок складывается на 90 градусов по вертикали и таким образом позволяет осветить пространство под ногами. У меня такой фонарик, кстати, есть, штука-бомба. Фонарик с управляемой шириной светового пятна. Этот фонарик обладает сразу несколькими свойствами, которые позволяют рассматривать его в качестве наиболее универсального варианта для использования в городе и за его пределами. Во-первых, в нем установлен мощный светодиод, который по заверениям производителя выдает около 3000 люмен. Во-вторых, ширину луча можно регулировать под конкретные условия использования лишь простым поворотом головы. В-третьих, работает устройство от пары элементов 18650, что обеспечивает ему долгую автономность. В отличие от других моделей, кнопка переключения располагается сбоку, а вот блок питания традиционно сзади. Компактный фонарик с зарядкой по microUSB. Данный налобник является одним из немногих фонариков, которые не имеют выделенного батарейного блока, но при этом работают от элемента 18650. Добиться этого удалось благодаря цилиндрической форме головной части. При этом подзаряжать установленную батарею можно, даже не вынимая ее наружу. Для этого на боковой стороне предусмотрен порт microUSB, который закрывается крышкой для защиты от пыли и влаги. А вот режимов у фонарика совсем немного, а если быть более точным, то всего один. В этом видео я собрал самые распространенные фонари по категории цена-качество. Если вам будет очень интересно, могу сделать подборку с туристическими фонарями. Если вы хотите такую подборку, то пишите в комментариях «давай другие фонари», и я ее сделаю. Был рад сегодня для вас стараться. Если ролик был для вас полезен, поделитесь им с друзьями в своих соцсетях. Спасибо, что смотрите. Всем пока и хорошего вам вечера.